Маленькие танцовщицы открывают третью спартакиаду среди дошкольников, посвященную Дню защиты детей. В рядах болельщиков Кирилл Андреянов. Он пришел поддержать сына Глеба. Мальчику 7, он всерьез занимается большим теннисом. Ну, его увидели, что он хорошо бегает, прыгает, и поэтому взяли в команду. Супер, я сам спортсмен, и раньше ездили, и такие мероприятия очень как сплочают, мне кажется. На поле 22 команды юных спортсменов. Это более 200 детей. Соревнуются детсадовцы, в группе поддержки родители и выпускники. Последние приготовили сюрприз – танец. Кирилл в этом году закончил сад, но танцы оставлять и не думает. А мама Екатерина и рада, что энергия выплескивается в хорошее дело. Очень рада, что вообще присутствуют такие мероприятия, которые как бы учат работать в команде, спортивные, настраивают на то, что занятия спортом – это самые лучшие занятия, которые существуют вообще, и чтобы дети не бездельничали, а всегда были при делах. Соревнования проходят уже в третий раз. С каждым годом появляются новые участники. Глаза детей горят. В финале первые три команды получат желанные кубки. Все начинается вот с этого возраста, дошкольного. Когда, я не знаю, как вам, но мне, вот, я не знаю, душевно очень приятно. А сегодня увидел, когда детишки выступали, вот, видели, да, маленькие, еще меньше. Ну, есть чему гордиться в Самарской области, это точно, это нашими детьми. Главный приз соревнований – икона Божьей Матери, которую вышили бисером дети-инвалиды. Ее получила лучшая команда. Остальные участники тоже не ушли с пустыми руками. Им вручили поощрительные грамоты. Мария Левина, Николай Епифанов. События.